Їх бояться, на них дивляться з острахом, а ще більше бояться наступити. Саме про таких тваринок, про змій, яких бояться більшість людей. Будемо говорити з Євгеном Буяноваром, зоологом. І я дивлюся, яка чудова змійка сьогодні в нашій студії. Неймовірна красуня. Така дуже гарна, виглядає чудово. Така, видно, що непогано на чиї харчується, так? У вас не буває інших тварин. Женя, мені дуже приємно, що приносите ви сюди до нас у студію. Ми можемо побачити і познайомитися з ними ближче. Тож, справді, зараз такий період, коли змії починають вилазити вже і із своїх десь там нірок, погріються на сонечку, і людина може ненароком наступити на змію. Чим це може для неї загрожувати? Це дійсно зараз такий період в житті змій особий. Кожен рік, весною, коли з'являються перші теплі дні, наші хладнокровні друзі просыпаются после зимовки и проявляют первые дни активности. И, конечно, вот именно этот период, наверное, наиболее часто есть возможность встретиться с этими животными в природе. Конечно, сейчас у нас такой период особый, период карантина, когда мы ограничены в перемещении. Но, наверное, все-таки есть люди, которые проходят эту самоизоляцию где-то на даче или живут в частном секторе и так или иначе могут встретиться с этими животными. Но мы должны понимать, что эти животные не виноваты в том, что они имеют вот такие предубеждения среди людей, да, и многие, наверное, нет других таких животных, которые бы так люди боялись, и вот такая реакция была, может быть, только пауки могут соперничать со змеями. Но мы должны понимать, что из огромного разнообразия змей, которые вот водятся и на планете, и у нас в стране, и в нашей области, очень малая доля этих видов животных, которые реально могут хоть какую-то опасность для человека представлять. А ну, то наша есть, степна гадюка. Это единственный ядовитый вид змей, который водится у нас в нашей области. И буквально несколько видов всего в стране. То есть вообще во всем мире считается, что примерно около 10% видов ядовитых, опасных для людей. А 90% в общем-то ну, никакой опасности не представляет. А ось ця змійка у вас, это, как называть? Одна из самых распространенных террариумных разновидностей змея, которые вот содержат люди как уже домашнего любимца, это маисовый полос. Эти змеи очень популярны во всем мире, и в Европе, и в Америке. Выводятся разные породы этих окрасов, этих змеек, проводятся выставки и собрания любителей именно маисовых полозов. Существуют змейки полосатые, пятнистые, абсолютно без, однотонные, без узоров, разных цветов, серые, белые, оранжевые, морковные. Ну, вони дуже гарні, насправді. І можна їх так схрещують, мабуть, так, що потім з'являються такі гарні види. Вони дуже легко розмножаються. Це можна пронаблюдати в домашньому тераріумі і прослідити весь цей цікавий процес розвитку від моменту виникнення яйця до вилуплення маленької змійки. Це, мабуть, дуже цікаво спостерігати за усім цим дійством. Але ж коли ми знаходимося на природі і можемо ненароком наступити на змію, то, звісно ж, вона не виникає. Винна ні людина, яка наступила, але може статися таке. От є люди, які хоча б раз у житті, але відчули це. І що тоді робити? Насправді існує дуже багато різних варіантів, як себе врятувати, особливо якщо далеко знаходиться медичний пункт чи медичний заклад, куди ви можете доїхати. Щось робити самому. Люди починають перев'язувати, так, закривати рану, перев'язують жгутом, так, щоб в кров не потрапила отрута. Чи це правильно робити? Ви ж вже спеціаліст в цій сфері, ви вже знаєте, що краще. Я, конечно, могу больше со стороны зоологической, да, что-то пояснить, но прежде всего нужно проявить определенную ответственность и понимать, если мы находимся в том месте, где потенциально могут быть змеи, а это, в общем-то, любой природный объект, да, это может быть берег какого-то водоема, и, либо же место, где множество каких-то укрытий, например, карьер какой-то, где много камней, где змейки могут прятаться или греться, это где-то какие-то балки, овраги и так далее. Значит, мы должны быть осторожными и одеты, обуты и внимательны к тому, чтобы змея не могла причинить нам вреда потенциально. Возможно, рептилия, которая может оказаться в этом месте. Змейки же мы понимаем, что они не охотятся за нами.
и не стараются и не пытаются напасть на человека. А они это делают только тогда, когда неизбежен контакт, и когда, например, мы либо наступили на змею, либо схватили ее, тогда от безвыходности, конечно, она будет... А от буває таке, що ти підходиш, можливо, до гнізда. От я не знаю, можливо, це до гнізда. Це тоді, коли в них є яйця, і вони, мабуть, їх бережуть, так? І вони починають шипіти. Чи є загроза в такому випадку? Ну, ті види змій, які водяться у нас, вони не охороняють свої кладки, як правило. Тобто вони відкладають ці яйця в навозні кучі, куди-то в укромні місця. І на цьому, в общем-то, процес... размножение завершается, уже яйца развиваются самостоятельно. Детеныши вылупляются и живут своей жизнью без присутствия родителей. Но животные, мы должны понимать их как бы, образ жизни, да, и чем руководствуется змея, как она себя ведет в природе. Животных это хладнокровное. Поэтому если температура низкая, скажем, ниже 7 градусов, то эта температура не позволит животным быть активным. При наступлении первых теплых дней, когда выступает первое солнышко, прогревается 7, 8, 9 градусов, вот в этот период змейки впервые вылазят из своих норок и пытаются согреться, получить первую порцию энергии солнечной, да, для того, чтобы стать активными, чтобы проявить какую-то жизнедеятельность уже. В принципе, змеи – это животные одиночные. У каждой змейки, как правило, есть такой индивидуальный участок, где она живет, есть укрытие там. Но в такой весенний период – это уникальное время, когда животные могут собираться большими количеством особей и образовывать даже такие клубки змеиные. Почему? Потому что они спариваются, да, у них… Брачна ігра. Вони не звертають увагу на тих, хто може бути поруч, на людей, наприклад? Вони своїм зайняті чи ні? Обычно, тоже нельзя говорить в целом, у каждого вида змеи определенный свой темперамент. Есть более агрессивные виды. Например, если это крупная змея, да, то тебе не обязательно убегать, ты можешь и атаковать. Да? Например, желтобрюхий полос, старое название или... Каспийский полос, это уже более современное название, которое водится у нас, да, она вырастает там больше 1,5 метра длиной, до 2 метров, ну, там 1,80 метра бывают особи рекордного размера. Эта змея довольно агрессивная. Она может действительно делать броски, да. Может кидаться в сторону человека, да. Но это страшно. Но мы должны понимать, что это ужеобразная змея. Это уж, который ну, не представляет смертельной угрозы. Але вкусить он может укусить, у него множество зубок во рту. Он может... Ну, все одно неприємно. Может укусить, даже, оставив, не буде оставив небольшие ранки. Конечно, ну, все равно, в любом случае, если змея укусила, нужно обратиться к медицинскому работнику, чтобы избежать, возможно, заражения, потому что змеи, мы знаем, питаются кем? Грызунами, а грызуны кто? Переносчики других неприятных болезней. Поэтому, справді захворіти. Да, это же животное дикое, это животное, которое живет в природе. Это не такое животное, которое мы знаем, что не болеет, что оно содержится в чистых условиях, было рождено, выращено, в неволе содержится. А это животное все-таки из дикой среды. Но такой прямой смертельной угрозы, как яд или другой какой-то угрозы, полозы уже не несут. Так, ну ось в воді можна побачити, трошки тепліше буде, прогріється вода, і дуже багато змій можна побачити в воді. От вони прямо там плавають, і можна навіть почути, як вони стукають об ноги. Ну, теж помічають люди і бояться. Чи є вірогідність, що змія в такому випадку може вас вкусити у воді? Ну, очень как бы, печально, что большинство людей в целом не разделяют. Вот змея, это у них стоит равенство гадюка. Змея-гадюка, то есть это все одно и то же. Дело в том, что гадюка – это определенный вид, который, как правило, вот в воде не водится. То есть она называется даже та гадюка, которая водится у нас в области, степная гадюка. Степей, конечно, у нас практически уже, увы, не осталось. Они используются как сельскохозяйственные угодья. Но гадюки еще к счастью, есть. У нас водились раньше обыкновенные гадюки, но уже больше 30 лет считается, что в нашей области они перестали существовать. А они где-то переместились, чи взагалі? Они остались, да, остались западнее и севернее. Но в нашем регионе обыкновенных гадюк уже больше мы не находим, а степные гадюки по-прежнему еще существуют в сухих местах. То есть это хвойные, например, такие бывают места, где сухая хвоя, где
какие-то, ну, вот укромные коряги, да, вот. Угу. Но это, как правило, это не обязательно берег водоема. Вот на берегу водоема очень часто люди встречают змею, которая навевает страх и ужас, но которая абсолютно не представляет опасности, это водяной уж. И эта змея очень, ну, поплатилась вот за незнанием людей, за своего внешнего вида. У нее нет вот этих ушек характерных, которые отличают обыкновенного ужа, и люди знают, то есть, если ушки есть, значит, это уж. Вушка есть, все, нормально мы не боимся. Да. А вот тех, які в воді, то в них вушек немає. Вот есть водяной уж, который водится так же, как и обыкновенный уж, по берегам водоемов. И, кстати, у нас даже в черте города, на набережной Победы, очень часто даже можно встретить эти водяных ужей, которые там живут. Ну что ж, там их среда обитания, там их дом. И, ну, мы должны с уважением отнестись к пониманию, что они там могут жить, они могут там греться, они могут там ползать. Несмотря на то, що рядом працюють кафе, ресторани, люди відпочивають, живуть, працюють. А знаєте, як от проходить новина, так? Побачили в місті змію, все. Це вже дуже страшно. Сенсація, да. Люди починають боятися. А чи можуть вони в місті бути? Можуть бути в місті. Нічого, в общем-то, такого удивительного в цьому немає. Але вже не представляють опасності. Вони, як правило, пытаются либо убежать, они могут шипеть, могут пугать, могут выделять даже жидкость такую неприятную, дурно пахнущую, тем самым пытаясь сказать, ну отойди от меня, не трогай меня. Як звати полоза, от який прийшов сьогодні в нашу історію? У нас змійок дуже багато в колекції содержится, вони різні. Це маїсовий полоз, можна зараз посмотреть на нього чуть ближе. Дуже гарний. Такий. І він такий спокійний, мені здається, що він заснув. Він повзав, а потім заснув. Чи ні? Ага. Ой, який гарний. Неймовірний просто. Ой, він так переливається, просто, ну, чудовий. Дуже гарний. І він весь час язичком шукає щось. Да. Язичок вони висовують. Люди думають, що, мабуть, це жало, яким он пытается ужалить, укусить. Но мы говорим, что нет, нет, это не так. Жала у змеи нет. Да. А язычок – это орган обоняния, благодаря которому он распознает, что окружает змею возле него. Мы нюхаем носом, а змейка носом просто дышит, а орган, который чувствует запахи, находится на небе. И язычок, каждый раз высовывая и засовывая свой язычок, она завлекает воздух к себе в ротик, и там на небе уже чувствует запах объекта. Это девчонка, чи це хлопчик? Это девочка, девчонка. Да. Девчонка, як її звати? Самочка. Честно, ну я не буду сейчас придумывать ей имя. А, у нас немає? Нет, а тобто имени. Вони називали, да, її? Ага. У нас довольно много этих змеек, поэтому у каждого, к сожалению, ну нет. Есть у любимцев у некоторых. А як можна зрозуміти, який стан зараз у неї? Вона зараз спокійна чи трошки відчуває небезпеку? Вона не веде себе агресивно, але я бачу, що вона намагається укритися. Так скручується. Тому що яркий світ, який у нас в студії, він пугає її. Все-таки це сумеречні такі животні. Животні скритні змії. Они очень такой скрытный образ жизни ведут, то есть они не стремятся показаться на виду у людей. И при первой возможности они все-таки стараются уйти. Вот этих агрессивных змей у нас крайне мало, и нужно очень потрудиться, чтобы еще встретить и найти эту змею где-то в природе. А тех ужиков, которых мы видим на воде, на пляжах, они никогда не проявляют такой активности и не идут первыми, ну, знаете, не стремятся укусить. Знаючи вас, я знаю, що просто всі тварини, які потрапляють до ваших рук і так просто, про яких ви говорите, вас, мабуть, ніхто не вкусить ніколи, я не знаю. Нет, ну... От вони настільки відчувають добро, що не будуть себе поводити погано. Животне, якщо захищається, це його естественний інстинкт і реакція защити. Да? Конечно, животне, якщо його схватить в воді, попытаться поймать ребенок или взрослый, то, конечно, ужик может тоже укусить. И тоже может прокусить кожу, может пойти кровь. Та, ну, я себе уявляю, как людина может злякаться. Я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы змея в воде сама напала на человека. Ну, это где-то из фильма «Анаконда». Но это не про наши реальности, которые вот, ну, у нас в нашей пляже. Ну, если сделаем такой висновок, так, можно сказать про то, что только лишь невеличкий відсоток є змей, которые могут нести загрозу и небезпеку для людини. А всі решта – це дуже милі створіння.
Ну, звісно. Ось так ми сьогодні поговорили про змій. Дуже добре, що є у нас такий представник, є Полос, дуже гарна дівчинка з яскравим кольором. У неї чудова шкіра, така от, вона, мабуть, а вона скидає, до речі? Звісно, вони ліняють, причому ліняють чулком, кажуть, да? Так? Виползок відбувається. Вже скидала? Звісно, регулярно, раз приблизно там, в кілька місяців. Ну що ж, Жені, я бажаю вам здоров'я, звісно ж, так всім хочеться побажати здоров'я. Спасибо, і хочеться, щоб всі тваринки теж були здоровими, щоб вони відчували тепло, добро наших рук і взагалі того, що ми можемо турбуватися про кожну з них. Ну і справді хочеться, щоб люди нарешті вийшли вже на вулицю і милувалися тим навколишнім світом, який нас оточує. Ну що ж, зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення!